Ну что, я надеюсь, что мы вас развлекли, повеселили, чему-то научили, что мозги ваши стали более полные, сердца более чистые. Ну и время тоже провели не зря. Сейчас, похоже, нас будут поить чаем. Все. Будет сладкая часть программы. А мы, артисты, с вами прощаемся. Спасибо. До свидания. Если что, позовете, то будем пока. Можно артистам только не расходиться. Очень бы хотелось, чтобы те именинники, ребята, вышли сейчас сюда, получили свои подарки. И все остальные к ним присоединились для традиционной фотографии. Вперед. Я надеюсь, знаете, кто именинники? Если что, у меня список-то есть, я проверю, понимаете? Редькин! Серега! Да, сейчас. Сюда на сцену. Да. Бобров потом получит. Лев. Чеботарев потом. Комыч, тебя нет в списке, отдыхай. Комыч, Коровкин. Гарелик. Андрюш. О, Никит, я считаю, что все у меня в списке есть. Что ты переживаешь? Тебя нету в эти месяцы. Мальчишки, идите сюда все для общей фотографии. С ребятами сфотографируйте. У нас тоже щелкните. Андрей Валерьевич, давайте на сцену мужчину. Как обычно, что вы делаете? Я еще из Нирвана не вышел. А ты еще из Нирвана? На счет три мы запустим салют. Да, давайте. Раз, два, три. Ура! С днем рождения! Прошедшим половиной. В другую сторону. Чему-то удивили, чему-то научили. И все это вы мотаете на ус. А сейчас милости просим всех приходов присаживаться за столы. Thank you.
Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Пусть молодая сила немерена, дайте коня мне на добрый вечер. Ратью пойдем до погони ворога, пусть молодая сердцу дорога. Дайте слова сидеть молодым, дайте коня мне на добрый вечер. Благо, братцы, давай дано, черные силы вести войной. Мы знали, не ожидали жизни.